что я единственный представитель Ярославского отделения Союза российских писателей здесь. Ну что можно сказать? Только то, что мы ленивы и нелюбопытны. Эти слова приписываются Александру Сергеевичу Пушкину, поэтому я начну со стихотворения «Мальчишник». Может, так попробуем. «Мальчишник». Он пьет вино, да не пьянеется, хотя хмельно в кругу друзей. Он как безумный вновь надеется на встречу с юностью своей. Звенят бокалы расставания с разгульной жизнью холостой. Уже намечен час венчания с досужей светской молвой. Уже горит свеча прощальная, лаская светлую печаль. Кольцо скатилось, обручальное летит в неведомую даль. Ах, ворожба, судьба цыганская, зачем накликала тоски? Он пьет беспечное шампанское, но как грустны его стихи. Прими же, верная подруга, прощание сердца моего, как овдовевшая супруга, как друг, обнявший молча друга перед изгнанием его. Витает скрипка полупьяная, терзая звуком тишину. Он знает, доля окаянная лелеет юную жену. И пред великим предстоянием, и перед подлостью людской считать ее пресветлым знаменьем, как в эту ночь перед венчанием он пьет за волю и покой. Браво! День поэзии сегодня мы отмечаем. Я хочу прочитать такое небольшое стихотворение, посвященное, скажем, поэзии. Вернусь к поэзии и брошу всех баб надменных и глумливых, что выбирают нас по роже в угоду прихоти смазливых. Я знаю, ей совсем не нужен, но возвращаюсь триединым отцом беспутным, блудным мужем и совершенно голым сыном, юнцом до срока перезрелым, почтенным старцем первородным из пустоты, где занят делом к ногам поэзии холодным. Спасибо.